удивительный полуостров Камчатка. Природная красота этой дальневосточной жемчужины нашей страны поражает. Здесь вы найдете то, чего больше нет нигде. Удивительным образом Камчатка вобрала в себя самые невероятные красоты и, казалось бы, несочетаемые ландшафты. Вулканы, гейзеры, реки и озера, полные рыбы, удивительный животный мир на суше и в глубинах величественного Тихого океана. Эта чудесная земля была открыта русскими казаками более 300 лет назад. Но заселена Камчатка была задолго до появления первых русских землепроходцев. Многие племена и народности проживали на ее суровых берегах. Коряки, эвены, алеуты и тельмены, чукчи. Они жили в тундре, в горах, на побережье. Изображение Камчатки впервые появилось на печатном чертеже Сибири в 1667 году. А спустя 58 лет по указу Петра I была организована первая камчатская экспедиция, которая отправилась в путь под руководством Витуса Беринга. Так началось освоение дальневосточных земель и русской Америки. Сегодня Камчатка активно развивается. На подъеме промышленность полуострова. Камчатка открылась туристам. Строится новое жилье, спортивные объекты, развивается инфраструктура. Но так было не всегда. В тяжелые 90-е на Камчатке было трудно. Удаленность полуострова превратилась в постоянную топливную зависимость. От танкера до танкера жило тогда население краевой столицы. Начались перебои с электроэнергией и отоплением, веерные отключения и, как следствие, социальная нестабильность. Вот дали на 3 часа свет, может быть, что-нибудь заготовишь. Нет, вот эту маленькую керосинку, хорошо, муж привез керосинку. И холодно, ребенка не покупать, не кушать, не заготовить, ничего абсолютно. И не знаю, когда затопит, и даже вообще не знаю. Вообще я не знаю, как вот переживем зиму, я не знаю. О, это очень тяжело, плохо, особенно света нет. Тяжело, конечно. Дети маленькие, у меня, ладно, внучка взрослая, в 10 классе. Так мы спим одеты, это что такое? Спасти такую далекую, но богатейшую Камчатку смогли бы только собственные ресурсы. И среди непроходимых болот и тундры на западном побережье Камчатки, куда добраться можно только вертолетом или вездеходом, у берегов холодного Охотского моря в Собольском районе разведаны свои месторождения газа. И это дало бы полуострову автономный энергетический ресурс. Строительство газопровода началось в 2000 году. Однако уже в 2002 году было заморожено, пока в этот вопрос жестко не вмешался президент. Сегодня многие российские чиновники, в том числе министры федерального правительства, пережили немало неприятных минут. Им пришлось выслушать жесткую критику президента. Владимир Путин прилетел сегодня на Камчатку и убедился, что часть поручений, которые он дал еще 3 года назад, до сих пор не выполнены. Слушайте, мы 3 года назад уже об этом говорили. Так и не построили газопровод. Это федеральная собственность. Вот все, значит, кивают друг на друга. И правительство не может, не в состоянии определить приоритеты развития в регионах страны. И в таком критически важном регионе, как Дальний Восток и Камчатка в частности. Но ничего же не сделано по строительству газопровода. Отдали бы «Газпрому», наверное. Давно бы уже построили. Просто обидно. Столько лет прошло. Именно это совещание в Вилючинске на Камчатке стало поворотным в судьбе газификации полуострова. Доверить такую важную и ответственную стройку можно было только профессионалам. Тем, кто уже решал сложнейшие задачи в условиях районов Крайнего Севера. Тем, кто точно справится, квалифицированно и в кратчайшие сроки. «Газпрому» поставил президент задачу газифицировать Камчатку. С чем это связано? Это связано больше всего было с северным завозом топлива для обеспечения жизнедеятельности проживающих на Камчатке. Был построен газопровод,
и «Газпром Трансгаз Томску» дано поручение его эксплуатировать. Вот с этого и как бы получается, что у нас филиал, это Камчатский. Наш филиал был образован приказом номер 427 генерального директора 1 августа 2008 года. Изначально, значит, сюда были направлены специалисты «Газпром Трансгаз Томск» в виде технического надзора за строительство магистрального газопровода от месторождения непосредственно в город Петропавловск-Камчатский. Практически за два года было построено 400 километров газопровода, все системы линейной телемеханики обслуживания газопровода, контроля за системами работы газопровода, энергоснабжение, производственные базы в Петропавловске и производственные базы в поселке Соболево. То есть все это было решено в максимально короткие сроки, за два года. И в 2010 году газ пришел в Петропавловск-Камчатский, и было официальное открытие и запуск газораспределительных станций в работу. Для того, чтобы понять, насколько масштабная работа была проделана, в каких условиях велась стройка и что стоит за сухими цифрами сотен тысяч кубометров газа, поступившего в Петропавловск, давайте узнаем, что такое газопровод, что он из себя представляет, как устроен и работает, и какие функции возложены сегодня на Камчатское линейное управление. Если говорить, да, о периоде строительства, да, нашего магистрального газопровода, то это были просто непроходимые участки и как бы дикие леса, там животные обитали, там не было никогда дороги. Что такое газопровод, да, для человека, не имеющего отношения к поставкам газа? Это просто труба, да, по которой идет газ. А на самом деле это комплекс сложных технических решений, которые как раз таки и обеспечивают постоянство транспортировки этого газа, то есть безаварийность ее работы. В этот комплекс можно отнести контролируемые пункты линейной телемеханики, это станции катодной защиты, это радиорелейные станции, это высоковольтные линии электропередач, это наши преобразователи энергии «Армат». То есть на всем протяженности газопровода установлены датчики, которые подключены к контролируемым пунктам, и системами через систему связи они передают эти данные на диспетчерский пункт. Это как бы глаза, уши газопровода. То есть ежесекундно диспетчер контролирует все состояние всей трассы газопровода, как бы, что позволяет ему понять режим работы, как бы, и, если что, быстро приступить к ликвидации аварийных ситуаций. Итак, газопровод – это сложнейший комплекс, сложнейший организм, а главное – полностью автоматизированный. И весь объем информации о том, что и как происходит в этом организме, стекается в диспетчерский пункт. Но как? Ведь это сотни километров, абсолютно дикая территория. Для того, чтобы запустить эту систему, пришлось создать еще несколько, причем автономных. Поэтому в Камчатском управлении столько служб, каждая из которых решает свою задачу. За моей спиной находится один из объектов службы технологической связи, который является замыкающим в цепочке радиорелейных станций, расположенных по трассе магистрального газопровода. Чтобы понять масштаб происходящего, представьте себе то, что два разнесенных по разным берегам Камчатского края населенных пункта связаны между собой единую сеть связи, а между ними горы, болота, леса и реки. Вообще, строительство магистрального газопровода и всех объектов, в том числе включая объекты службы технологической связи, это беспрецедентный для Камчатского края проект и единичный. Такой протяженности радиорелейных линий в Камчатском крае нет больше ни у одного оператора, эксплуатирующего оборудование связи. И таких подобных систем в Камчатском крае нет ни одного оператора связи. Микроклимат в помещениях, бесперебойное электричество и высоченные мачты связи – это тоже часть газопровода. И зона ответственности целой отдельной службы линейного управления. Благодаря ей все данные о всех процессах, которые происходят на магистрали, стекаются на единый пульт диспетчера. А у него, как вы понимаете, очень ответственная работа. Мы находимся в помещении диспетчерской службы Камчатского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Как раз сейчас производятся доклады о работе ремонтной бригады, которая занимается
устранения дефектов на линейной части магистрального газопровода. Газ в наш магистральный газопровод подается с Кшукского и Нижнекуакчевского месторождений под высоким давлением до 65 кг. Соответственно, мы можем контролировать основные параметры давления, температура газа и массовый расход, который подается в трубопровод. Далее газ транспортируется по трубопроводу до Петропавловска-Камчатского, куда, где на двух газораспределительных станциях АГРС-1 и АГРС-2 давление снижается уже до давления 12 кг. Станция работает в автоматическом режиме, но там постоянно присутствует один из операторов. Да, все автоматизировано, но за работой всех систем, за их исправной работой следит человек. В любую погоду, днем или ночью, где бы ни находился объект, специалисты должны иметь доступ, должны быть готовы исправить или подкорректировать работу, или проследить точность параметров. И это еще одна непростая задача, ведь это Камчатка. В тех условиях, которые на Камчатке, это обилие снега, газопровод, который проходит по большому количеству водных преград, ограничение производства работ в связи с уникальностью самой Камчатки, с нерестом, где мы не можем войти для производства работ, начиная ориентировочно с апреля месяца и по октябрь. Это тоже отпечаток определенный на производство работ. Через перевалы, через горы, и там высота снежного покрова достигает, ну как бы в этот год вообще было очень много, там 3 метров. То есть объекты, те, которые у нас находятся, их задувает полностью снегом. А их надо постоянно обслуживать, потому что там находятся и датчики различные, и манометры, и краны. Ну, добираемся мы туда на снегоходах, на вездеходах ради безопасности, да, чтобы сохранить наше оборудование. Было принято решение сделать крановые узлы, поставить над ними укрытие, так называемое. И сейчас спокойно откапываешь только дверь, заходишь и работаешь. Это вот как раз у нас таких сейчас 5 объектов расположены на перевале. У нас однониточный газопровод, и мы не имеем права, значит, на ошибки, допускать какие-то аварийные ситуации, которые, значит, приведут к перебою поставки газа. Поэтому на коллектив и на всех сотрудников абсолютно возлагается большая ответственность в плане того, что зима длинная, лето короткое, и за этот период необходимо максимально подготовить все системы оборудования для работы в зимний период. Большие снега и, ну, скажем так, в зимний период что-то доделывать, дорабатывать, да, уже времени нет. Техника у нас в основном, у нас вся вездеходная техника, потому что условия тяжелые, дорожные, и на простой тут практически, ну, проехать нельзя. В основном 10-12 часов на вахтовке идешь в одну сторону, чтобы пурги те же самые попадаешь, по-разному бывает. Работа на природе, общение с животным миром, медведей много. В 2010 году было в районе Пынты, было на осадке, и водопровод не справлялся с пропуском воды, и вода пошла на дорогу. И прямо по дороге горбуша шла на нерест. Вот едешь на КамАЗе, и прям горбушей. Ночевали в машине, утром решил человек встать с машины и ногу опускать, медведь под колесами спал. Крик в 4 часа утра, человек в машину заскакивает, медведь в одну сторону, он в кунг спать. Тоже интересный случай. Много всякого было. Все всего рассказывают, фильма, наверное, не хватит. Но есть еще один ключевой фактор. Все знают, какой у нас регион, что здесь землетрясение постоянно. Вот недавно 6 баллов. У нас несколько тектонических разломов. Там тоже у нас надземные переходы. Это все закладывалось на этапе проектировки и строительства. То есть как бы... Вся труба у нас построена под расчет сейсмики, да, то есть рассчитывалась сейсмонагрузка. Запас есть. Вот такие непростые условия. Вот такое непростое хозяйство. К тому же очень ответственное. Здесь ошибок допускать нельзя. И это целиком и полностью задача коллектива. А какой он? Коллектив Камчатского линейного управления. Сегодня, который коллектив у нас там работает, трудится. Во-первых, главное, что удалось достичь, это создать коллектив, где сотрудники, работники коллектива, это только те люди, которые проживают на Камчатке.
То есть они сами по себе уже любят эту Камчатку, если они там такой оседлый образ жизни. Коллектив, который уже сплотился и выполняет те задачи, которые перед ним стоят. Я полностью доверяю сегодня, значит, коллективу, абсолютно в нем уверен, да, и я могу сказать, что, значит, с любым можно идти в разведку. Это, наверное, вот самое большое, значит, достижение того, что сегодня есть коллектив. И это не только мое личное мнение, да, я думаю, что это любой, значит, из руководителей, из рабочих, да, значит, специальностей это подтвердит. И, наверное, это самое главное в любом предприятии. Да, коллектив полностью уже профессиональный, сформированный и во многом самостоятельный. Не во многом, а полностью самостоятельный. Сегодня мы все ремонтные работы проводим, значит, своим коллективом, своими силами. Но как удалось сформировать такой коллектив, такую команду? Безусловно, самый ценный ресурс, которым располагает любое предприятие, это персонал. В 2010 году, в период массового набора персонала, было рассмотрено более 2000 резюме, проведено более 500 собеседований. В результате были отобраны 200 кандидатов, которые стали передовиками газовой отрасли на Камчатке. Говорили, что мы собрали самые сливки среди специалистов Камчатского края. Однозначно, это были и есть лучшие из лучших. Оглядываясь на 10 лет назад, когда я пришла в компанию и как бы не понимая, что на самом деле прошло 10 лет, и начиная осознавать, сколько мероприятий было проведено, сколько людей, тяжело было не только женщинам, но и мужчинам. Но я думаю, сейчас мы закалились настолько, что в принципе говорить тяжело работать или легко уже не имеет смысла. Мы просто работаем и делаем свое дело. Безусловно, это интересно. Интересно, прежде всего, узнавать что-то новое, открывать в себе скрытый потенциал, скрытые возможности, и потом удивляться, что это сделал действительно ты, что ты на это способен. Во-первых, работа в данной компании стабильная, интересная, позволяющая, дающая возможности для самосовершенствования. Ну и она не рутинная, не затягивает. Некоторые люди работают со мной практически с самого начала. Это и наш мастер по телемеханике Сергей Иванович Макуха. Как бы также они непосредственно участвовали в наладке газопровода своими силами, своими руками, выводили все эти данные, получали их. Как бы, ну, сейчас также эксплуатируют газопровод, там проводят ремонты на линейной части магистрального газопровода, на ГРС. У нас все очень хорошие парни, с ними очень приятно работать, то есть можно положиться в трудную минуту, они всегда прикроют, как бы ребята хорошие, что линтрубы, что сварщики, что, ну, просто дружный коллектив, так я могу сказать. Мы сработались. Да, молодежь, у нас очень много молодых ребят. Молодежь, ну, трудолюбивая, все хотят работать, хотят получать деньги, как бы. На диване никто не хочет сидеть. Обратил внимание на отзывчивость коллектива, который работает. То есть не было ни разу такого, да, чтобы кому-то подошел с какой-то просьбой, с советом, никто никогда не откажет. Коллектив дружный, коллектив отзывчивый, веселый. Ну а главное, настроен на решение любых задач. Я уверена, что нет таких высот, которые не были бы нам покорны. Я горжусь, что имею возможность идти по жизни рядом с такими людьми. Вот она, команда. Вот простые, но такие важные секреты успеха Камчатского линейного управления. Сплоченность, доброта, взаимовыручка. А что еще? И сегодня коллектив очень себя заявляет во всех направлениях, которые мы занимаемся, и в производственной деятельности, и в физкультуре, и в, то есть в спорте, и участие самобытных там ансамблей, поддержка всех. Ежегодно, начиная с 2013 года, наши сотрудники берут призовые места, ну, от 5 номинаций до 3 номинаций минимум. Другие филиалы уже не то что считаются, да, в некоторых видах, ну, побаиваются, не побаиваются, не знаю, да, но, значит, они понимают четко, что наш коллектив сегодня составляет серьезную конкуренцию.
Конкурсов у нас проходит много различных. Я принял участие в конкурсе на лучшего молодого работника общества нашего «Газпромтрансгазтомск». Занял второе место. Посетил я 6 спартакиад уже. И в прошлом году, в этом году мы заняли 3-е место по футболу. То стремиться быть лучшими не только, скажем так, в работе, да, но и в социальной жизни общества, и в спорте, и в науке. Я считаю, то, что наш филиал по праву может гордиться тем, то, что его сотрудники неоднократно возвращались домой с призовыми местами. Конечно, соревнования рождают победителей. И когда твои работники отстаивают честь филиала среди нескольких тысяч работников других подразделений, несомненно, присутствуют и волнения, и переживания, и хочется быть первым, иначе хороша поговорка, главное не победа, а участие. Но в нашем случае мы все победители, и мы стремимся побеждать. Поэтому, конечно, когда мы возвращаемся с наградами, с определенными занятыми местами, гордость нас распирает. В очередной раз убеждаешься, что мы лучшие из лучших. Работа в «Газпроме» – это постоянное самосовершенствование, это обучение, это конкурсы профмастерства, это яркая самодеятельность. И здесь Камчатка, несмотря на то, что в штате трудится всего порядка 200 человек, вырывается в лидеры. Да, с таким настроением этому коллективу все горы по плечу. Впереди, уверен, еще больше побед. Но приход «Газпрома» на Камчатку – это не только победа над топливным кризисом и новые рабочие места. Эффект от появления на Камчатке такой мощной компании гораздо шире. Да, значит, здесь не было газопровода, и вообще трубопроводный транспорт, наверное, для Камчатки, да не наверное, а точно, для Камчатки был, значит, как бы таким новшеством. Я здесь 5 лет, значит, и за эти 5 лет видно кардинальные изменения, именно отношения, значит, жителей и Соболевского, и Лезевского, да и вообще, в принципе, значит, Камчатки газу. Да, первое начальное было, газ – это что-то непонятное, это что-то страшное, это горит, это взрывается. И, значит, разговаривая с главой района Соболевского района Василием Ивановичем, прям первые дома, извините за выражение, загоняли палкой, чтобы их газифицировать, да, то есть там чуть ли не предлагали деньги, только газифицируйте. И когда появились первые потребители, именно из населения, я имею в виду, когда они оценили преимущество отопления, значит, природным газом, сейчас уже большая очередь, да, и развитие газовой программы, значит, по газификации населения, она не успевает за теми желающими заявками, которые уже сегодня есть. Тепло от газа, и кроме того, что и на газу нас еще готовят и протопитание. Те, которые живут в домах и отапливаются над котельной, они платят практически в 2 раза больше за отопление, чем те, которые отапливаются своими индивидуальными котлами. Поэтому газ для нас это самое важное. Были очень тяжелые времена, когда мы были без света и без тепла по несколько месяцев, и только с приходом газа все почувствовали. Ну и село Соболь – это единственный поселок в Камчатском крае, который полностью газифицирован. И в том числе у нас и второй поселок Крутогоровский, тоже все котельные электростанции работают на газе. Поэтому многие предприятия готовы подключиться к газу, потому что все посчитали, что если перевести свои заводы с дизеля или электроэнергии, которую он получает, на газ, то это будет несколько раз дешевле и выгоднее. А еще газопровод – это дорога. До 2010 года ее не было вовсе. И для Соболевского района эта дорога имеет ключевое значение. Соболевский район, не было транспорта доступности. У нас только были самолеты, летали вертолеты, которые в определенные дни. Если самолетами район этот еще более-менее был связан с Камчатским краем, то отдаленные поселки практически вертолет летал раз или 2 раза в год. И доставляли все, продукты питания, промышленные товары, топливо, все через или Зимником, или Чемерским путем. Поэтому, если не было бы предприятие «Газпром», у нас не было бы и проезда, соответственно, район бы не получил такого развития, какое получил за последние, наверное, 6-7 лет. Раньше мы молочную продукцию практически вообще не получали, да и фруктами было тяжело. А сейчас все свежее на прилавках наших магазинов.
И если сравнивать даже то, что было лет 80 тому назад, и сравнивать сейчас поселок Соболево или Устевой, можно увидеть, как они преобразились. То есть начали ремонты, пластиковые окна, крыши поменяли, заборы, теплицы, и автомобили. И без этого предприятия развитие дальнейшее Соболевского района невозможно. Однако и в краевом центре «Газпром» помогает. Помогает детским домам и детским садам. Активно участвует в жизни города. А еще за эти годы реализована масса социальных проектов. Это и помощь ветеранам. Ветеранам войны и ветеранам труда не остаются без внимания детские дома. Здесь помогают и с финансовой стороны, и всем коллективам. И, конечно, талантливая молодежь. Камчатские творческие коллективы достойно представляют филиал и весь Камчатский край на фестивале «Новые имена» в Томске и на других конкурсах, в том числе международных. А еще детские сады. В них при финансовой помощи предприятия приобретают и устанавливают дорогостоящие пароконвектоматы, которые позволяют готовить действительно вкусную, а главное, здоровую пищу для детей. Все эти годы мы вместе реализовывали несколько масштабных проектов, которые стали очень важными и по-настоящему знаковыми для Камчатки. Всего в нескольких километрах от Петропавловска-Камчатского, благодаря участию «Газпрома», построен единственный на востоке России современный биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, отвечающий всем международным стандартам. На протяжении нескольких лет международные соревнования по биатлону на Камчатке были не только отличным завершением спортивного сезона для звезд мирового уровня, но и настоящим праздником спорта для тысяч камчатцев, которые смогли увидеть своих кумиров и испытать ярчайшие эмоции. Это вдохновило сотни детей и подростков, которые искренне захотели заниматься спортом. Больше 5 лет вместе с вами мы организуем традиционную гонку на собачьих упряжках в Беренге. Этнокультурный, спортивный, социальный проект, аналогов которому нет в мире. Тот спонсорский вклад, который вы вносите в развитие Беренги и Камчатки в целом, неоценим. Это по-настоящему уникальное событие, становится большим праздником для всей Камчатки и, конечно, привлекает туристов со всего мира. Но не только большие и яркие события происходят при поддержке Камчатского линейного управления. Есть и те события, которые, возможно, не так заметны, но важность их не менее высока. Так, каждый год силами и средствами камчатского филиала в реку отпускается молоть лососей. Несколько миллионов мальков получают жизнь, чтобы потом наполнить камчатские реки рыбой. Выпуск мальков происходит при непосредственном участии сотрудников филиала. А недавно в город пришло еще одно газовое благо – заправочная станция для автомобильного транспорта. И то, что раньше для Камчатки считалось экзотикой, сегодня – выгодное коммерческое предложение. За плечами 10 лет. За это время удалось сделать многое. На полуостров пришла стабильность. Развиваются удаленные поселки. Растет экономика. Большое газовое хозяйство работает как часы, благодаря слаженному коллективу. За последние 5 лет успешно прошла модернизация и программа капитального ремонта газопровода. Вантовые переходы заменены на балочные. Благодаря этой работе кратно выросла надежность. Сохраняя экологию и повышенные требования к безопасности, Камчатское линейное управление «Газпром Трансгаз Томск» уверенно смотрит в будущее и готово к решению любых поставленных задач. Ведь это дружная и сплоченная команда профессионалов. Я очень сильно хочу выразить признательность всему коллективу, каждому сотруднику, члену нашей команды, я не побоюсь этого слова, действительно команды, за ту работу, которую мы сегодня делаем. Я точно знаю, что каждый сотрудник готов отдавать всего себя
вот этой работе. И это очень приятно, это видно, это заметно, с какой самоотверженностью, с каким пожертвованием где-то своего времени, значит, люди относятся к своим обязанностям, к своим задачам. Хочется пожелать коллективу филиала оставаться дружным, оставаться крепким во своих внутренних взаимоотношениях и пожелать больших успехов и побед в решении производственных задач. Достигать высоких результатов не только в работе, но и в жизни общества, скажем так, и как раз-таки в спортивных мероприятиях, и в научных, и доказывать, что наш коллектив всегда будет на первом месте и в обществе, ну и вообще как бы в целом на Камчатке. Только вперед! А в дальнейшем нашей работе сопутствовала стабильность и успех. К юбилею коллектива хотелось бы пожелать, самое главное, всем здоровья, лада в семье, самое главное, без аварийной работы. Просто мы одна большая команда, большая дружная семья. Всех с праздником! Друзья, от всей души поздравляю вас с юбилеем компании. Желаю успехов и новых достижений. Искренне надеюсь, что впереди нас ждет еще много интересных, ярких, успешных проектов на благо Камчатки. Я хотел бы пожелать коллективу еще больше километров газопроводов, еще больше работы, еще больше интересов. И коллектив должен быть дружный, быть готовым всегда не только лишь выполнять задачи, которые на их территории находятся, но и помогать другим филиалам, которые находятся, так скажем, на материке.